Итак, всем кучкуй, с вами RCB канал Zantik Channel. Продолжаем летсплей. Народ написал, что прикольно. Посмотрели. Хорошо. Раз прикольно, раз посмотрели. Давайте продолжать. Сразу скажу, читать буду очень быстро, потому что уж давно не играл. Тут такие шустрые разговоры, что иногда не успеваешь все читать, так что извините. Кому будет интересно, замедляйте видео. Попомчали. Дик! Что нам надо делать? Грабануть кого-нибудь, у нас бабла мало. Это факт. Карл, это офицер Эрнандес. Кто? Офицер Эрнандес. Я работаю с Темпани и Пласки. А сука, какого хера тебе надо? Эй, проявляй хотя бы немного уважения. Иди нахуй, ты такая же сука, как они. Следи за своими словами, парень. А теперь слушай, у меня для тебя сообщение от офицера Темпани. Не пытайся покинуть город, это кончится большими неприятностями. Ты меня понял? Мы за тобой следим. Да как скажешь, сука. Вот и поговорили. Так, что у нас? Здорово, братва, раскупись. Слышь, ебало расплашивай. Забегаловка. Как дела? Уважение тоже надо зарабатывать, ведь так же, как и деньги. Ну что ты хочешь этим сказать? Ты что, меня не уважаешь? Я хотел этим сказать, что... Ну же, говори. Я проголодался. Эй, черт, что случилось? Понимаешь, человек не может жить только на одном хлебе, я знаю, я проверял. Карл, ты такой худой, чувак. Ты вроде хотел есть, чувак. Да, я хочу есть. Так, парни, чего вы хотите? Может, така? Така, опять, нифига. Тогда курицу и точка. Чувак, я не хочу есть курицу. Блять, пиздец. Карта за рулем, смог выглядит так, как будто что-то там такое произойдет. Блять, ну это пиздец, нахуй, субтитры. Могли бы побольше сделать. Езжай закусочный Клокинг Белл. Как получилось, что маму убили? Я собирался поговорить с вами об этом. Мы тоже собирались поговорить об этом. На самом деле они приходили за свитом. А как ты думал, ты же знаешь, какие сейчас люди бывают. Сначала говорят, что любят тебя, при других обстоятельствах не скажут ни слова, проклятые трусы. Некоторые говорят, что они видели тачку Сабра зеленого света, на которой слиняли убийцы. Угу, ну люди любят поговорить, не так ли? Но в любом случае, половина Лос-Сантоса говорила только об этом. Ну да, ты прав, прости. Эй, брат, они разукрасили весь дом, я не видел, что вы когда они это успели. Ептартер. А ну посторонись, этот поворот не вписывается. Камера, кстати, меняется, интересно. Да, вот так удобно. Блять, закусочную проебали. Чук-чук-чук-чук. Развернулись. Доехали. Лакинг Белл. Я готов принять ваш заказ. Карл, что ты хочешь? Ты должен хорошо питаться, чтобы сохранить свои силы, чувак. Я возьму номер 9, жердей. Дай мне номер 9, как и ему. А мне дай номер 6 с подливой. А мне номер 9, две порции, номер 9, большую порцию. Номер 6 с подливой, номер 7. Номер 45, две порции, одну из них с сыром, ну и большой стакан содовой. Ебать, ты прожирливый. Эй, прости, брат, я должен был знать все насчет мамы. Я знаю, СиДжей, просто я пытаюсь не думать об этом, вот и все. Я имел в виду, что не хочу вспоминать о том, что ее больше нет. Ух, так, давайте есть. Эй, а что мы будем жрать прямо здесь? Может, все-таки доедем до дома? Нифига, я не буду есть, когда все остынет. В отличие от тебя, никогда не буду есть то, что давно пора выбросить в мусорку. Эй, черт, прямо из мусорки. Дай-ка мне мой заказ. Эй, глядите, килотрейс едут в сторону нашего района. Черт, райдер, сглазишь. Черт, эти ублюдки правда держат тут наш район. За ними. Чем мне ее уничтожить-то, блядь? Разъебать ее, что ли, нахуй? Я по ним стрелять не могу, блядь. Там другой чувак стреляет. А нас ради все равно никого не хватит.
Сори, народ, не прочитал титры, тут экшен. Oh shit, I catch up all over the sea. The business at hand, motherfucker, the business at hand. But these was clean pants. CJ, watch the damn road. Chill, motherfucker. This ain't a Sunday drive situation. Here, my soda, thanks. It's all over the fucking floor. You need to suck it up once we're done. Now keep your eyes on the baller car. Speed it up a little, we're sitting. Ну ладно, все равно умер. Бля, вот это казнь, нахуй. Ты еще живой. Пожарнули. Правильно, чуваки. Карл, давай двигай назад на игру. Конечно, уже едем. Чувак, они нашпиговали наш шкафчик с венцом. Ты жирный ублюдок. В следующий раз лучше начинать стрелять, либо сам выстрелю в тебя. Мы никуда едем. Смок, ты широкий. Ну, в смысле, ты жирный. Не поэтому ты любишь меня, детка? Ой, я сальто. Заебись. Вот и нихуя себе сходил за хлебушком. Еще одно очко в пользу Гроу. Что ты говоришь, Смоук? Все, что тебя волновало, так это можно медленнее набивать свой желудок. Да, и действительно, чуть-чуть не испортил. Ну что, может, зайдем и выпьем пивка? Нет, детка, мне нужно ехать домой. Сиджей, подбросишь? Конечно, Смоук, поехали, парни, увидимся. Отвези Смоука домой. Что ты думаешь насчет сложившейся ситуации, Смоук? Ну, чувак, если у тебя есть хавчик, то время как те, у кого его нет. Винят в этом тебя. Ты настоящий счастливчик. Ча? Ничего, ничего. Просто книжек умных начитался. Эй, Смоук, скажи мне, почему ты переехал в Гроув? Чувак, я просто получил наследство от моей дедушки. Я имею в виду хороший дом и тому подобное. Но Гроув всегда будет в моем сердце, детка. Там живут мои друзья. Ясно, друг. Блять, ты бы пешком до дома дошел, съебал он нахуй с дороги. Спасибо, Карл, я рад, что ты снова с нами, детка. Не за что, чувак, мне кажется, Свит тоже так думает. Он так не думает, Сиджей, он просто стал главой семьи после смерти вашей матери. Ладно, буду рад, если ты навестишь старину Смоку как-нибудь, и расслабься, чувак. Так, блядь, где мы живем? Так, ну тут нет админов, поэтому можно просто ехать. Понятно. С вещами на выход. Да, Иджи, это Свит. Все в порядке? Если ты не будешь уважать свое тело, никто не будет уважать тебя. Ты очень хилый, Сиджи, тебе надо накачать свои мышцы. Если бы я хотел, чтобы ко мне придирались, я бы женился. Но ты сам посмотри на себя, парень. Твое тело не вызывает уважения, ты же знаешь. Я понял. В паре кварталов от Гроув есть спортзал, в который я хожу. Загляни туда и приведи себя в форму. Посмотрю как-нибудь. Увидимся, чувак. Ну давайте заедем в спортзал. Где он там отмечен был? Гантелька, я не знаю. Тут карта вообще есть. Блять, вот уберите вот эту надпись ебучую. Ну давайте, подкачаемся до этого, поедем дальше. А, ну спортзал тут вообще рядышком. Все нахуй, пешеходы, ходите без светофора. Вы всегда правы, пока живы. Блядь, здесь заезд в спортзал. Привет.
Может, я что-то не понимаю? Ночью-то лесплей записывать. Съебал с асфальтом, блядь. Может, тут машина есть. Но мне кажется, что где-то здесь просто так круги наворачивают. Луна, луна, спортзал, спортзал, блять, трусы чьи-то снес с веревочки. А вот он, съёбка. Так, хули тут делать, блядь? Йоу, ты хочешь изучить парочку новых приемов? Парень, где твои мышцы? Иди сначала натренируй их. И чё, у нас это хуйня проводит, что ли? Судя по всему, да. Так, что нам тут долбить надо? Причём, напоминаю, пробил и левую кнопку. Ты чё, ёбнутая, блядь? Блять, охуенная штука, блять. Пробил или выкнул, блять. Давай, блять, не перни, сука, на этом стуле, блять. У тебя звуки, как будто помирающий кот идет в сортир, блять, по большому. Хуяч, пока тебя этой хреновенью не поебешило, блядь. Все, по-моему, он больше не может, блядь. Давай, блядь, до 40 дойдем. Не дойдем, блядь. Вешай эту поеботину, блядь. Я заебался кнопки дрочить. Так, что у нас тут еще, блядь? Блядь, это еще, сука, лезгинку здесь танцует. Теперь что надо дрочить? Также пробила левую кнопку, блядь. Ну точно, блядь. That's it. Keep breathing. Все, с него хватит на сегодня, короче. Watch your opponent. No, ну ладно, чуть подкачались уже, рады. Это, кстати, побегать можем? Нет. Нас нахуй послали. Не можем. Поехали до дома. Нас ждут дальше задания. Разбегись, блять, я без прав, у меня их никогда не было. Блять, надо никогда не было. Нахуй. Блять, надо машину покрасить, что-то она выглядит как-то не очень свежо. И столбы. Тоже. Блять, что-то я куда-то не туда поехал. Не на ту букву С смотрю. Ладно, сейчас развернемся куда-то. Так, надо метку эту ебаную, кстати, убрать. Отвлекает. Ты куда, блять, поворачиваешь? Ты не видишь, я еду, блять. О, блять, я электричка. Простите, я вас не заметил. Вот почему у меня нету прав. Это тоже бывает. Ебал звали. Блядь, чувак, нахуй, не стреляй. Оглушил. Но будем считать, он приехал.
Сохранимся на всякий случай. Ну, мало ли что. Игра виснуть может и так далее, поэтому лучше сохраниться. Пистолеты и калаши. У меня 15 очков, придурок. Ну да, секунду запишу. Я не собираюсь записывать это жирное блюдо. Да не выиграть хотя бы в игре. Как дела, как чувак? Что случилось, то выиграет? А так как думаешь? Конечно, я. Ну да, это тупая бессмысленная игра, придурки. С какими пушками мы работаем на этот раз? Один раз уже была полицейская облава, и нет у нас сверх никаких пушек. Ладно, что ты собираешься делать? Кидать с них свои ботинки? Скажи, что случилось с Эмметом. С Эмметом, черт возьми. Гангстеры ходят с малками, АК и прочими пушками. А у Эммета же ничего нет, кроме дерьма. Ну что ж, возьмем пушку у него, мы все же закупались в тяжелые времена. Эммет сейчас в семье Севиль. А с ними мы уже давно не в ладах. Но тем не менее, я отправлюсь вместе с тобой. Давай наладим прежние связи, пошли, чувак. Блять, они бы еще нахуй побыстрее бы пиздели, блять. Отправляйся в дом Эммета. Что случилось с семьями? Где прежняя любовь? Всякая херь случилась. Севиль обиделись на Темпл, Темпл обиделись на Гроув. Плохие парни руководят плохими парнями. Если ты читал книгу, ты знаешь, как починить мир, детка. Да, скоро все изменится. Я восхищаюсь с тобой, Карл. Ты лидер и мечтатель. Вспомни меня, когда ты взлетишь вверх. Успокойся, Смок, ты, наверное, перегрелся. Не пиздеть. Начиная жизнь, Сан-Андреас. Да ёб вашу налево, блядь, только машину из ремонта забрал. Ну вот, блядь. Как вот труп в багажнике прятать, и с нём дырка торчит, блядь. Здрасте. Да куд... Менты вы охуели, блин? Тейн-ты-ды-дынь. Он свой человек, ты меня понимаешь? Эй, кто в меня палит? Вам чё мои сосунки? Эй, стрелок, чё стряслось? Ты, случайно, не сын Беверли Джонсона? Ну да, я. Брайан, скажи, ты разве не умер? Нет, Эммет, я другой сын Карл. Ой, мне очень жаль, Беверли. Вот поэтому мы здесь. Мы должны найти тех, кто это сделал. Что ж, вы обратились по адресу. Бери все, что нравится, парень. Чувак, посмотри на все это старье. Сдохни, мелкий стеклянный придурок. Но я могу без правой кнопки стрелять, блять. Сука, мне рука переломана. Беверли бы гордилась с тобой, парень. Черт, я лучше любого когда-либо, кто стрелял здесь. Ребята, у меня рука переломана, поэтому стреляй плохо. Да, это точно стиль банды Грау Стрит. Прикрой свою задницу, и ты свою, и ты тоже хочешь. Яблочко. Я беру эту пушку. О, чувак, пропустите спецагента Биг Смоука. Попробуй стрелять по бутылке с положения сидя. Попробуйте прицелиться переломанной рукой, блядь. Ебучую, блядь, бутылку в пизде возьму левой рукой, мужик. Интедынь, блин. Ой, я начинаю гордиться тобой. С помощью ручного прицеливания проби бензобак этой тачки. Ты извращался, что ли? Блин, ты настоящий убийца, детка.
Напомню одно, настоящая сила приходит изнутри, братан. Послушай. Да, мне кажется, Либерти не ослабил тебя, так? Все, пора расходиться. Эй, мы к тебе еще как-нибудь зайдем, Эммит. Я 100% на вашей стороне, парни. Но помните, я вам этих пушек не давал. Еще помните, Эммит, всегда можно достать пушку. Да у меня только качественный товар. Я гордо заявляю, что занимаюсь этим делом уже на протяжении 30 лет. Старый псих. Короче, ты поведешь, чувак. Я видел пушки по новее этих музейных экспонатов. Что происходит, чувак? Дела идут на поправку. Люди открывают свои глаза и свои сердца, СиДжей. Ты о чем, СиДжей? Да я говорю вообще о выборе людей, брат. Иногда у них есть выбор, но обычно этого выбора у них нет. Вот сейчас несешь какую-нибудь чушь, ты никогда не изменишься. Кто я? Не, никогда. Заебали, блядь, пробку здесь создавать, блядь, упыри. Блядь, да, мы же построили, блядь. Ёб вашу мать, здесь мудаки какие-то катаются, блядь. Мусора, вы куда смотрите, блядь? Меня тут машину покосили, блядь. Иди езжай за... понятно. У них тоже прав никогда не было. Телевидение, блин. Радио нету. Пиздых. Пиздых. Будем считать, что доехали. Спасибо, СиДжей, заходи еще. До встречи, Смоук. Слушаю, говорите. Мне кажется, что ты уже достаточно засветился, чувак. Исправь меня, если я не прав, то мне кажется, что ты действуешь от имени Grove Street. Да, еще раз тебе говорю. Ну что ж, я видел тебя в одежде с цветами нашей банды, тебе флаг в руки, чувак. Помню, никто не будет уважать тебя, если ты не будешь уважать свой район. Хорошо, чувак, я виноват, у меня действительно нет вещей с цветами банды. Недалеко от гангстерского спортзала есть небольшой магазинчик Минка, сгоняй туда и потрать немного зеленых на что-нибудь. Извини, столб. Ничего, починю. Блять. Ну, можно и так. Припарковаться. Блять, какой у меня одежда-то будет? Нахуй идите. Подойди к центру, чтобы начать примерку. Хорошо. That's the changing room, sir. Ну давайте там. Блин. Похуй. Это надолго процесс. Thank you, sir. Все? Я могу уйти отсюда, но я еще раз смотрю, как этот персонаж выглядит. Ну, можно очки купить. Them white boys had me on crystal meth. Try on anything you want, sir. Платок дороже куртки, блядь, охуенно. Так, центр выход. Always a pleasure, sir. Так, мы будем считать, что мы приоделись, да? Все. Да, радио я выключил, чтобы вопросов не было. А то прилетели на первую часть.
Прогулка с пушками. Я могу вести машину не хуже СиДжея, поверь мне. Эй, парень, как дела? Эй, что за банду ты гнал? Как дела, брат? Я говорил, что восточное побережье сделало тебя психом. Чувак, ты всегда бьешь тачки нахрен. И теперь, когда ты по какой-то причине вернулся, все стали кричать, СиДжей везет туда, сюда, обратно, дерьмо. Чувак, не парься, расслабься на этот счет. Без обид, друг, на тебе нельзя садиться за руль. Спасибо за такие слова, чувак. Мне скажи, что ты на самом деле думаешь. Ты хороший стрелок, парень, ты умеешь держать пушку в руках. Покажи СиДжею, как надо стрелять. Да, ты прав, СРЛ лучше него. Давай, СиДжей, ты сможешь сесть за руль, парень. Но он еще возмущается. Куда мы едем, парни? На территорию Балласов, Роллин Хейтс. Прокатишь нас ветерком, а? Слушай, я знаю, что ты неважно будешь, но все же постарайся не помять тачку. Да уж, постараюсь. Только не гони как псих. Блин. Ну ладно. Подполируем. Мы на территории Балласов, парни, вы готовы? Да, готов. Карл, просто сосредоточься на вождении, а мы будем стрелять. Послушай, парни, он дело говорит, дубина, постарайся парковать машину не на дереве. Ага, если машина остановится, мы трупы. Let's roll. Damn, man, move. Блядь, чувак, езжай. Заебись, куда теперь, блядь? Назад? Блядь. Блядь. Вообще не помню, ни миссии, ни хера, блять. Так, и машину недолго разъебать, блядь. Мы их сделали, СиДжей, надеюсь, еще пару-тройку мишеней. Чувака задавили, ништяк. Это было слишком просто. Давай идем еще на еще парочку баллов для расправы. Блять, там деньги лежат. Ладно, похуй. Speed up a little, we're sitting. Не убежите, на. Что ты ждешь, СиДжей? Найди еще баллов, мы их уделаем. Блять, они там внизу, на. В принципе, не проблем, глянуть, конечно. Давайте их позбиваем. Дави их, Карл, дави. Бля, две звезды. Ты получил две звезды, коп пытаются арестовать тебя. Отправляйся в Пай Спрей, там тебе помогут избавиться от полиции. Да, надо перекрасить, блядь, машину, нахуй. Если вообще менты, блядь, на мозг не ебали. Да пристрелите вы их, нахуй. Высунитесь из окна и ебаните две тачки полицейские, блядь. Мы столько народу переебашили, что жизнь двух ментов уже ничего не стоит. Американцы. Come on,
down, CJ. Заебись. Get your stupid ass out the road. Отвези парни на граунд. Уровень преступности понижен, ничего нельзя делать. Да, банда Гроу вернулась, чувак. Это точно было, были как сонные мухи. Чувак, я в шоке от того, что ты нас не угробился, Джей. Дай не проверить, я труп. Эйкар, не обращай внимания на этого пиздуна, ты все сделал отлично. Смотри в обуси, Джей. Да точно, точно вернулся. Увидимся позже. Вот, возьми, купи сертификат, ты заслужил. Сохранимся. Подружка Свита. Sweet! Свит, смог! Shit. Блять, куда они все делись? Fuck they have. Черт их дери, где они? Проклятие! Fuck. Вот херня. Бля-бля-бля-бля-бля. Звонок телефона. Да, Карл, нет времени на болтовню с семьей Севильи, опять взялась за свое. По улицам ходят некоторые слухи, парням это не нравится. Я попал в засаду в районе Севильи, надо сваливать отсюда, пронто. Конечно, чувак, сейчас подъеду. Едь к Амиду, вооружись. Гони к Свиту, пока команда Севильи прикончила его. Заебись, на чем гнать-то, блядь? Блядь, где точка тут есть? Что-то я туплю. Но этот тут точно не поедет, блядь. О, блядь, Лёшка, забыл игру напрочь. Да, совсем печально. Свет, извини, сейчас тебя ёбнут нахуй. Я не знаю, где тачку найти. Или я вообще не туда пошел. Блядь, как назло, ни одной тачки нет. Да хватит стрелять вам, блядь. Стой, сучёныш, блядь. Пидарёк. Мне нужны твои очки, трусы и автомобиль. Куда ехать-то? Ара, ты давно в эту игру не играл, честно. Поэтому я в нее туплю. Может, от этого, кстати, веселее прохождение. Надо же, Свит, блин. Избавься от них, блядь. Каким хуем, блядь. Нихуя там чувака, блядь. Переебашило, блядь. Так, а мне, кстати, наверное, надо было, блядь, оружие взять. Ну ладно. Вот это я заебись развернулся. А теперь покидаем тачку. Быстро, блядь! Ох ты, тупорылый осел, я же сказал, быстро, блядь, покидаем тачку. Блядь, стрелять нехуёво, кстати. А это был велосипедист, извини. Ты где, блядь, так, осёл? Вот меня ёбнули, миссия провалена. Ой, блядь. Ну, попробуем еще раз, хули. Во, блядь. Да съебись ты отсюда! Такси! Такси!
Я заказывал такси. Что значит, блять, у вас нет в приложении надписи? Я сказал, я заказал такси, блять. Так, зеленый домик же у нас, да? Это мы. Блять, запихнули в какую-то больницу, ты пойми, куда, блядь. Или зеленый домик не мой, блядь. Зеленый домик, наверное, продается. Что-то я не припомню эту улицу. Ну да. $10,000 нас тут нет. Ладно, надо найти, короче, куда нам, блядь, до дома-то ехать, блядь. Вот сюда нам. Здрасте. Блять, хорошо не сбил никого, блядь. Предъявили бы. Хм. Блять. Ты охуел так гонять, блядь. Во. Слушай, ты чё, ёбнутый, блядь? Ты это специально сделал, да, блядь? Ах ты еще и тупая овца, блядь. Ты, сука, на кого, блядь, наехала, блядь? Своей говновозкой, ебаной, блядь, такая, нахуй. Живая, блядь? Сейчас будешь мертвой. Лежи, блядь. Ты еще повыебывайся, лысый, блядь. Привет, чувак. Извини. Ничего личного. Меня просто тетка взбесила. Нормальненько-то. Отыграли РПшечку. О! Мне эта тачка нравится больше. Здорово, Ники. Извините. Спасибо. Ну, наверное, даже пошустрее. Ладно, пробуем еще раз пройти эту миссию. Нахуй мы смотрим. Так, звонок телефона. Бла-бла-бла. Теперь хоть тачка есть. Так, ну, кстати, надо, наверное, оружие поставить. Которого у нас, конечно же, блядь, нету. Ебутся кроты, блядь. Сейчас свита завалят, нахуй. А у нас пушки с собой нет. Да двигаюсь, двигаюсь, блядь. Погнали за пистолетом хотя бы, хули, ну, блядь. Вариантов нема. Свит подождет, блядь. Я вот без пистолета, сука, ты тупорылая, блядь. Как ты так ездишь? Не сильно спасу, блядь. С какой стороны покупается ствол, блядь? Я чё-то запамятовал. Бля, это будет весело. Бедный Свит. Мышь, ну ты не выебнулся. 16 патронов, заебись. Ладно, похуй. Это лучше, чем ничего, блядь. Блядь, забил что-то. Ой, блядь. Тупик. Свит, прости. Ты просто обратился не к тому человеку. Блядь.
Ай, мы поедем, мы помчимся. И куда-нибудь въебемся. Вот мусора здесь самая тема, блядь. Сука, ты живучая, блядь. Так, машину надо менять. Это сейчас взорвется. Если она бахнет, будет неприятно, блядь. Блядь, вот стрелять по ним, конечно, это пиздец, честно вам скажу, ребят. Бля, не могу прицелиться левой, правой рукой, извините. Блядь, а как же так играть-то, ебучий случай? Че, не висят-то, блядь? Они зависли. Ну, еще дальше-то, блядь. Еще один мудак должен быть, да? Заебись, меня еще и завалили. Охуеть. Ладно, будем умнее, блядь. Мы сейчас съездим за оружием. А потом разъебемся с этими свитами, блядь. Так, ну при ментах машину красть, конечно, наверное, не очень. Не, на такси не поеду, но тупорылые медленно. Блядь, там менты стоят, ну, пиздец. Не везет, блядь, день за днем. Ты удачно стоишь на светофоре. Блядь, уже подстрелил кто-то, блядь. Вы охуели, что ли, блядь? Блядь! Пидорги, блядь. Чё за нахуй творится, блядь? Ты куда едешь, блядь? Не видишь, что я здесь, блядь? Нормальные, блядь. Так, где у нас оружие-то, блядь? Да ёб твою мать, везде стреляют. Ну вот, блядь. Теперь придется колесо менять. Эскол, я тебе сейчас устрою, блядь. Уебись отсюда, блядь. О, здрась. Мне нужна твоя машина, она мне понравилась. Ну, короче, я так понимаю, что... Просто так оружие нам не дадут. Ладно, нам нужна шустрая тачка. Блять. Ну, типа вот этой. Так, Амаза, да. Нельзя терять ни секунды. Развернемся. Да, если кто смотрит, ребят, ну извините, у меня переломанная рука. Это тяжеловато играть в эту хрень. Гоним свиту, блядь. Вы бы мне оружие сначала дали, блядь, перед свитом, блядь. Потом бы уже было бы прикольно. Нет же, блядь. Сделай все и сразу, и сам, блядь. Там его нахуй пускай пытают, блядь, похуй. Блядь, мышат, это что выебываешься? Блять, ебаное время. Если бы не время, спокойно бы прошли эту хрень. Би-би-би-би-би-би.
Блять! Бежим! Бежим, 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 бежим. Так, теперь надо как-то левой рукой поуправлять, блять. Чтоб прицелиться, нахуй. И переебашить этих мудаков, блядь. Ну, если по ним еще попадать, блядь. Пожарники самое нужное, что сейчас, блядь, здесь нам надо, блядь. Блять, нихуя неудобно, блять, левой рукой, честно скажу, блять. Еще этих мудаков здесь не видно, блять. Ну вот, все, пиздец, блять. Мы зависли, блять, я не могу стрелять правой рукой. Прицела здесь просто тупо нету, блять. Заебался уже в больнице находиться. И опять мусора, блять, привет. Simone Holmes, lots of times. Have you driven to the casino? Once, Esther, pero ya estuvo. Патронов дают, вообще херду не хуя. Где Эмин, блядь? Где найти эту Чингачангу, блядь? Чтоб сначала патроны купить, блядь. В описании карты бы еще, блядь, нахуй на... Сука, блядь. Хуй вот тонну, блядь, надписи вы сделали, блядь. Во, блядь. Так уже проще, блядь. Где это придурочное, блядь, со стволами? Поехали, стволом запасимся, чтобы время не терять. Пока меня не перебашили здесь, блядь. Уже кто-то стреляет, блядь. Да валю я, валю, отъебитесь, блядь. Ебать, Луна, такое ощущение, что скоро будет это, блядь. Космическая, как ее, блядь. Катастрофа. И она столкнется с Землей. Блять, извините. Молодец, сам выпилился. Где оружие-то? Что-то я проебал этого дебила, блядь. Во дворе он, что ли, оружие торгует. Короче, лучше сначала забрать пушку. Пизду. И время выиграем. Да я вось не убью, блядь. Еще бы броник не помешал, конечно. Сними метку, блядь. Где, блядь, понятно. То есть, если настолько вот так вот, да? Спасибо, Эмит, блядь, я очень тронут, блядь. Данную убогой пушечкой. Броник нам еще не положен. Ништяк. Менты заклинились, блядь. Вообще шедевр, блядь. Че, повернуть не можете? Тупизни, блядь. Езжайте, блядь. Эй, мэн, блин, блядь! Can anybody in this state drive? Сам виноват, я их надо быстрее. Кстати. Машинка, наверное, ничего. Привет, мужик. Пока, мужик. Блять, уже помял, но ебаный свет, вас сзади не было, блять, гандоны, блять. Хочу на целой машине поехать, пока, блядь, чтобы не взорвали. Ладно, придется ту синий херь брать.
Блять, вы еще потанцуйте здесь. Дятлы. Блять, вот так вот простая миссия, а когда рука не работает, все пиздец, блять. Не прицелиться нихуя, блять. Бля, и машину спиздили, вы это видели, блять? Вот гандоны, блять. Ладно, сейчас нам не надо заезжать за пистолетом, поэтому, блядь, въебем кого-нибудь на дороге, блядь. Хуй ты тут стал, блядь. Грузовичок, кстати, вполне подойдет. Нахуй отсюда. Должен быть посерьезнее чуть-чуть. Ну, в плане брони, может быть. Побольше выдержит. Менты, вы куда смотрите? Там по людям стреляют. Блять, он сдохнет? Нет, блять. Блять, убегаем. Убегаем, удила, блять. Пока тебя не заебашили, блять. Теперь надо еще прицелиться этих завалить. Пиздец, да? Заебись. Не, народ, это непроходимая для меня миссия. Я не могу стрелять. Так что это жопа. В общем, летсплей продолжим, когда я это пройду за кадром. Ну, потому что это пиздец. Вы будете, блядь, смотреть на это бесконечность. Бесконечность. Так что на сегодня все. Увы, ях. Но это пиздец. Ну, блядь, не прицелиться мне никак. Так что всем спасибо за внимание. Ждите следующий летсплей. Когда уже все закончится. Да идите вы в пизду, я все равно сохранюсь, блядь. И на этой трагической ноте, знаете, как негру ебал их разобьем, блядь. Мы будем заканчивать этот ролик. Всем спасибо за просмотры, за оценки. Как пройду миссию, сниму уже поновее. Ну, стрельба это не моя. Всем кусь-кусь.